Мои хорошие, привет. Давайте пожрем. Короче, у меня еды дома нет, у меня только вот такой вот легкий перекус. Ну вот у меня есть вот эта вот чебупицца, да, так она называется, да. Это вот такая вот, да, чебупицца. У меня зеленый чай. Посмотрите, как вот такой же треугольничек нарисован вот здесь вот. Посмотрите. Оливки, грейп приготовила. Если что, чай-то зеленый, знаете, сильно заварился. И знаете, что еще такой горячий? Если что, еще шоколадку приготовила. В общем, надо поесть. Надо поесть как следует. Блин, какой хороший день. Вы посмотрите, какую кружку мне задарили. Вот здесь мои фотографии, с моих роликов. С этой стороны точно так же. Ай, какая классная. Мне подарила ее Тёма. Ах. Вот нет времени даже готовить. Хорошо. В магните брала. Поем, потом что-нибудь приготовлю. Нужно подкрепиться, потому что сейчас у меня сил ни на что нет. Кстати, за сегодняшний день я прошла 12 тысяч шагов. А время еще. А еще сколько дел не сделано. В лес сходила. На субботник. Мусор вынесла. Женьке. На почту сходила. Пол помыла. В банк сходила. С Темой встретилась. Блин, какой день хороший, а? И что-то еще он даже не закончился. И еще будет лучше. Цветочки получила. Кружку. Там вино еще. Вот эта вот шоколадка. Тоже Тёма мне привез. Олеська обещала в гости приехать, еще привезти мне вот таких оливок. Там в Екатеринбурге продаются, у нас тут таких нет. Вот эти больно хороши. Вот сейчас остыл, стало лучше. Еще горячий. Две минуты подогреть их. И готово. Такое нужно иметь в холодильнике. Обязательно. Вообще для меня еда это суп. Все остальное перекус. Сейчас приготовлю что-нибудь. Сколько тут интересно грамм? Сука, закончилось уже. До 27 июля нужно съесть 2020 года. Ну, все, я съела. Будем считать, что я съела. Так.
Грамм, сколько тут написано? А, 2 минуты. Вкусная пицца. На самом деле неплохая. А, 250 граммов. 250 граммов. Они только спикали у меня. 250 граммов. Ага. Чесночок маринованный. Бульк, 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 бульк. Надо доесть, что? Чтобы уж без забот. Тем более Олеська приедет со дня на день. Еще привезет мне таких. Че беречь? Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Такая ядрененькая водичка. Грейпку сюда положим. Крепенькое такое все. Это очень острое. Очень вкусно. Чего пицца? Ой, блядь, у меня только 3 осталось. Ну, в принципе, я и наелась уже. Считаю, у меня еще грейп есть. Очень вкусно. Прям кружка для чая. Или для пива. Кружка универсальная. Чебурек промок вот от этих штук. Надо быстрее его скушать. Очень хорошие. Если я попробую чесночок. Блять, чеснок как чеснок. Ужасно. Маринованный чеснок, он как будто бы просто чеснок. Еще грейпик. Еще шоколадка. Да еще много чего есть. Еще можно взять и приготовить, а не жрать вот такую всякую ерунду. Ну, думаю, надо готовить сегодня вечером. Да, надо готовить сегодня вечером. Что делать-то? Нет сил-то ведь жрать вот такое каждый день. У меня так-то еще наггетсы есть, потом еще пельмени есть, целая пачка. Так-то бы я продержалась. Но это невкусно. Это вкусно, когда это редко. Когда редко и такая еда, вот тогда вкусно. А если каждый день, вот, например, суп я могу каждый день есть. Это пожалуйста. Блядь, тут же чайный пакетик, пиздец, блядь, Инна. Тут же грейп. Ой, Инна, Инна. Я прям вот, какое у меня радостное настроение.
Парам-парам, парам-парам, парам-парам. Ну и вкуснота. Ну и вкуснота. Какой хороший день, а? Господи, спасибо. Эй, что шоколадка без дела лежит? Чаёк пока горячий, нужно. Подходящая. Милка, она есть Милка. Сука с чаем. Как вкусно. Какая вкусная. Это вообще. Косточки еще. Очень вкусно. Такая жизнь. Только держись. Быстрее чищешь. Сейчас надо цитрусовые есть, чтобы поднимался иммунитет, чтобы не заболеть коронавирусом. Вот так вот. Причем не витамины надо принимать, а надо именно есть в естественном виде. Так. Поели. Нужно думать сейчас. Что готовить еще, например, на завтра или на ужин. Капец, блядь. Сидишь дома, жрешь, блядь, в три горла. Это вообще жесть. Ладно, хоть я в лес хожу, гуляю. Иначе бы я вообще с ума сошла. Я маленькая, мама на работе, на весах взвешивала. Одна плитка шоколада, 100 грамм. Это 6 или 7 конфет Красный Мак. Раз, два. Короче, я съела чуть побольше половинки. Так настроение-то улучшилось. Очень. Очень. Ну-ка, надо еще кинуться на грейпик. Маленечко еще рубануть грейпика.
Мясо, наверное, отварю. Наверное, отварю мясо, поем с имбирем, с сельдереем. Не надо заморачиваться, не надо ничего готовить, просто кусок мяса. Очень вкусно будет с овощами. Вареное мяско. Не надо ничего придумывать, не надо ничего изобретать, никакой велосипед. Все уже изобретено. Тарам-парам, тарам-парам. Уа. Ах, все, дело сделано, поела. Ой, хоть душу отвела. Как вкусно, как вкусно. Блин, даже чайка не осталось. Ладно, пить хочу. Еще съем одну долечку. Утолим жажду грейпиком. Тарам-парам-пам. Парам-пам-пам. Ой-ой-ой-ой. Какой душевный. Какой прям какой горько-сладкий. Какой изысканный вкус. Это нужно дорасти, чтобы понимать. Грейпфрут нужно дорасти.